Сейчас полным ходом идет проверка на коронавирусную инфекцию для всех желающих и тех, кто в группе риска. Так как больницы испытывают нагрузку от большого потока людей, были дополнительно организованы пункты в наиболее густонаселенных жилищных комплексах. В ходе быстрого распространения вируса правительство Хэбэй разослало уведомление для местного населения, в котором говорится: согласно уведомлению городского управления здравоохранения города Санхэ, в городе будут установлены участки для отбора проб нуклеиновых кислот в 25 населенных пунктах города. Условия сдачи теста на COVID-19. При себе иметь оригинальный документ, подтверждающий личность. Надеть маску. Держать дистанцию от 1 метра. Следовать указаниям сотрудников учреждения. Спокойно ждать в очереди. В связи с неблагоприятными условиями погоды просьба одеться соответственно. Результат теста можно получить через 24 часа после сдачи. Стоимость теста от 49 юаней до 65.